Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по зарубежному буксу Coin AD Pro. Значит, букс замечательный, мне определенно нравится. И видео это не о выводе средств, а я хочу сделать апгрейд. У меня завтра, вот красненьким горит, истекает членство 10.08. Сегодня 9, чтобы мне не уйти в минус. Значит, я хочу сделать апгрейд. Далее купить AD пакет. Ну и далее разместить свою рекламку. И сделать депозит. У меня на Пуршазе баланс по нулям. На майн-балансе у меня 2.58. Я вот с этого баланса сейчас переведу $2.10 вот на пуш-баланс. Значит, как мы переводим? Нажимаем «Деньги». Далее «Перевод». Все делаю в режиме реального времени как бы. Так. Чуть-чуть повыше поднять. И я буду впервые делать депозит, потому что, как мы видим, у меня недостаточно средств. Значит, нажимаю 2.10, потому что апгрейд у меня стоит, я буду брать за $5.10. Значит, нажимаю майн баланс, не забываем как бы это все проверять, и пуршаз баланс, пуш баланс. Нажимаю перевести. Обновляется страничка. Так, ваши деньги были успешно переведены. Так, меня перенаправляют обратно в кабинет. И, пожалуйста, на пуш-балансе у меня стало 2.10. Далее что? Мне нужно баланс пополнить на $4. Я отсюда, кто не знает, уже несколько раз делала вывод. И я вывод делала, друзья, без вложений собственных средств. Зарабатываю здесь своей активностью. И я впервые за все время, что я здесь работаю, буду делать депозит. Значит, нажимаю депозит. Так. Депозит выбираю далее. Pair. Вкладочку ту закрыть. Так, здесь по умолчанию доллар стоит. Я буду делать $4. Значит, с пейра на пуш-баланс. Видите, здесь уже как бы стрелочка стоит. Перевод. Депозит. Нажимаю. Вот они берут комиссию. Ну, ничего страшного. Переправляют меня на платежную систему Pair. Выбираю USD. Далее подтверждаю. Ну и по накатанной. Меня опять перенаправляют. Все у меня сейчас обратно перекинут в кабинет. У меня на пуш-балансе стало $6.10. Далее что? Я нажимаю «Upgrade». «Upgrade». Значит, можете проект без вложений, друзья. У нас здесь как бы есть free статус, да? Free. Можно работать без вложений. Без вложений. Значит, у нас минимальный вывод. Так, первая минимальная выплата без вложений 10 центов, было 50 центов, сейчас сделали 10 центов. Все для нас как бы работаете, только набираем как бы минимальную сумму и ставим на вывод. Это на статусе фри без вложений, друзья. Далее самый
Дешевый пакет стоит $3.05. Это самый дешевый. Так, реклама, как всегда, у нас. Я нажимаю на стрелочку, вот на треугольничек. И я вот буду покупать. Так. Я буду покупать премиум голд. Как я сказала, самый дешевый на 30 дней $3.05. А у меня вот этот премиум голд на 30 дней $5.10. Так. Далее на Purchase баланс. Подтверждаю. Так. Ваш аккаунт успешно обновлен. Сейчас меня опять перенаправят в кабинет. И у меня на балансе остался $1. Так. И значит, мой исчезает теперь 9 сентября 2019 года. На месяц у меня куплено. Далее, что я хочу, друзья, сделать? Купить АД-пакет. Так, подождите, не запутаться. Значит, возвращаюсь вот здесь. Вот комбо от пак. Так, и смотрите. Я покупаю купить комбо от пак. За $1. Как бы так. Пуш баланс нажимаю. Вот уже по умолчанию один стоит. Что-то сколько реклам. Так, компания. Push Balance. Нажимаю. И вот здесь зелененький. У меня куплен АД пакет один. Все. Замечательно. Мне пойдет с этого АД пакета. Что я, какие мне здесь преимущества? У меня 100 визитов ПТС, АДС будут. И 105% как бы в плюс еще мне от этого как бы пакета будет. Я буду помаленечку наращивать эти пакеты. Значит, что теперь? Я могу разместить рекламку. Так, это не то. Далее. И смотрите. Я могу разместить рекламку. Так. Это не то, наверное. Купить старт пакет. Так, сейчас я немножечко разберусь. Поставлю пока на паузу. И теперь я размещаю рекламку. У меня все подготовлено. Значит, название вставляю. Я буду рекламировать свой букс. Суперский. Тоже без вложений. Значит, сюда вставляю название. Сюда я вставляю описание. Вот этот. Копирую. Описание. Значит, сюда реферальную ссылочку. И проверяю реферальную ссылку. Так, ждем. Реклама ожидает загрузки. Как она будет отображаться. И вот замечательно. Вот моя рекламка. Как бы. Инвалид. Угу. А мы сделаем сейчас вот так. Подождите-ка. Так, не так. Так, S уберем. И беру. Опять проверяю.
Угу, теперь все правильно. Все, моя рекламка. Вот она внизу, моя реклама. Будет вот таким образом отображаться. Закрываю. Все, моя реклама как бы URL сохранен. Теперь нужно, не обязательно, если у кого нет баннеров, значит, загрузить 125 на 125 баннер и 725 на 90. Значит, у меня есть такой баннер, и я их буду загружать. Ждем. Все делаю, друзья, в режиме онлайн. Если видео затянется, прошу заранее прощения. Так, давай грузить все быстрее. Так, баннер. Это не то. Трикси, вот этот баннер. Вот, представьте. Угу, встав баннер мой. Так. И теперь 725 на 90. Так, опять рекламка. И еще такой. Ага, у меня 728. Нет, это не то. Не знаю, встанет он. Почему 725? Возможно, что и не встанет. Нет, не встал. Ладно, это мы, значит, не будем без него. Ну, будет один, как бы, баннер. Ну, ладно. Так. Далее что? Вот это меня вот интересует, что это здесь такое. Так. Надо вот это вот перевести. Купить. Что тут купить? Копируем. Идем сюда. Вставляю в Google переводчик. Посмотрим, что это у нас. Так. Так, ваша реклама будет в первый выбранный день. Понятно. Купить это. Не буду я ничего покупать. Значит, и нажимаю «Гратте». Так, все, это мне пишут, что у меня нет вот этого баннера. А так у меня рекламка загружена. Так, все. И она у меня что теперь? Вот она у меня активный. И я загрузила свою рекламу. Теперь у меня будет идти реклама. Как бы у меня будет идти с одного АД-пакета 105%. Так, и теперь, чтобы мне шли начисления, друзья, мне нужно просматривать вот серф 10 рекламок. Просматривать их очень легко. Нажимаем старт. Так. Старт. И вот здесь загружается, как бы, моя рекламка. И в день 10 штук. Плюс мне еще будет, как я сказала, я загрузила рекламку. 105% мне карма автомобиля-то отправить. И следующий, как бы, и вот 10 штук. Значит, мне на майн-баланс будет идти, сколько там я сказала, 105%. Далее, плюс я загрузила свою рекламу. И плюс мне будет, друзья, на баланс вот этот. Сейчас покажу. Так, на трафик баланс я еще могу с трафик баланса загрузить еще одну рекламку. Посмотрите, у меня уже здесь $1. Также я вот здесь так рекламировать. Рекламировать. И смотрите, обмен трафика. И я также могу загрузить сюда новая компания. И также я могу загрузить сюда опять же свою рекламку.
Но я уже не буду затягивать как бы видео. Все то же самое. Название URL, реферальная ссылочка. Нажимаем сюда «Проверить». Так. Графическое положение не надо. И здесь ничего не делаем. И просто по умолчанию мы как бы... Так, 30 просмотров. $8. Так, 0. Нет. Так, вот $1. Вот у меня на балансе $1. И 990 просмотров. Не забываем выбирать. И все, здесь название, реферальная ссылочка. И здесь ничего не делаем. Все по умолчанию. И нажимаем «Отправить». Это я точно так же сейчас вот после все сделаю. Это дело, друзья, добровольное. Это все не обязательно. Проект без вложений. На статусе «Фри». Пожалуйста, зарабатывайте. Минимальный вывод 10 центов. Всем удачи, больших заработков. Надеюсь, моя информация была вам полезна. До новых встреч!